Сейчас мы идем к братьям Размадзе. Впервые посещаем их зал. Много о нем слышали, много видели на фотографиях, на картинках, особенно со всякими звездами. Теперь зайдем внутрь, что называется, понюхаем эту атмосферу. Гога, Джимми и Ра – это бог солнца. Так, приветствуем всех. Спасибо, что пришли на семинар. Думаю, что будет интересно, понравится. Покажем стойку, немножко, как я начинаю бороться, как Джимми борется, он покажет. И покажем основные моменты, скажем так, после броска, как переходить в такую позицию, чтобы заработать дальше 3 балла на проход гард. Не просто сразу сайд-контроль без балла войти, а бросить, прийти в гард и оттуда дальше сделать проход. Работает джиу-джитсу? Да, конечно, работает. Еще как. Японсио наги там все дает. Японсио наги больше работает в тяжелых весах. Скажем так, средний вес и выше. В легких весах, в принципе, работает только захваты за ноги. И подсечки в основном. Ну, может быть, зацеп. И все, на самом деле, от ситуации зависит, там, в какую ситуацию. Но, как показывает практика, в 90% случаев легкий вес всегда садится на, ну, pull-it guard, скажем так. Поэтому... Можно ли бросить человека, который хочет сам сесть на жопу? Если опередить, только подсечки. Все понятно? Да, новые техники такие. Мы раньше такие не проходили. Вообще стойку не знаешь? Нет. Первый бросок из стойки. Ну, вот такой, да. Мне нравится. Я думаю, что надо потренить, а потом можно использовать. Переведите его в партер, заработайте 2 балла. Так,
удачи на соревнованиях и вообще по жизни. Еще огромное спасибо Бэджо Фри, что вы пришли к нам в гости первый раз и сняли наш семинар. Аня, сколько должно быть на семинаре техник, вот оптимально, чтобы ты их запомнила? 2-3, не больше. Да? Вот для белого пояса вообще вот более чем. Да ты уже 8-й год белый пояс. Ну что поделать? Вот пока ты не встал, скажи, сколько техник должно быть на семинаре, чтобы хоть что-то запомнить? Ну, штук 5. Максимум или минимум? Минимум. А я не согласен. Я считаю, что 3. 3 максимум, потому что больше не запомнишь, а отработать нужно. Я приблизительно. Поехали.